Азербайджан и Армения начали демаркацию границы. Процесс проходит при участии российских специалистов и был запущен сразу после возвращения Кельбаджарского района Азербайджану, пояснили в Минобороны Армении. Часть демаркационных работ проводится на участке Зотского золотого месторождения Сюидлю, который располагался в Кельбаджарском районе, цитирует ведомство «Спутник Азербайджан». Перед полноценной и точной демаркацией на этой территории временно установили ворота, чтобы остановить движение в Кельбаджар и обратно. После демаркации вооруженные силы Азербайджана и Армении разместят свои военные базы на уточненных границах, где и будут осуществлять боевое дежурство.